Добрый вечер. Сегодня будет нам лайв по-русски. Так, Винета, где ты мне? Та-та-та-та-та. Добрый вечер, добрый вечер. Да, Сауля, по-русски сегодня. Мне здесь чуть-чуть. Так, сейчас. Вот. Мамина идет. Ну, слышишь меня? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Мне что-то телефоном, не могу я ее поправить. Ну, ничего. Что случилось? Я тебя прекрасно вижу, слышу. Нет, все в порядке, я его не могу. Так, да, ну это ничего. Такого положить? Да, здравствуйте. Да, я пока... Надо нам сначала сказать, наверное, что на русский язык это не наш родной язык, потому мы извиняемся за свои ошибки, если и таких ошибок, но как выйдет тогда, вот так выйдет, да? Но знаний у нас много, это очень хорошо, главное, я думаю. Да, главное знание. Так как мне тоже, в принципе, мне в русском языке очень так сложно есть, и я уже как придумала, что мне надо говорить, то мне уже смешно становится, потому что я все говорю, и когда слушаю от стороны, то тогда есть такой смешной. Так. Так. Начнем этом, что... Я тоже шейр сделала на литовскую группу, которая есть как бы меня, но есть еще моими друзьями. И потому мы придумали, что надо в русском языке тоже людям сказать о наших продуктах, которые очень помогают людям. И отдельный лайв или видео я тоже сделаю с моими результатами, да, потому что очень-очень прошло только месяц, и мне уже есть очень пару такие пункты, которые уже есть, что-то поменялось в моей жизни. И хотелось первой, чтобы Винета рассказала о себе немножко пару слов, чем она занимается и кто она такая. Да, спасибо, Йоланта, за твою смелость. Мы первый раз это делаем на русском. Это тоже очень-очень большой прогресс в жизни, правильно? Всегда надо делать то, что ты не очень можешь пока. Но вот надо делать и учиться. Как научиться говорить, да? Да. Да, спасибо, Элита. Ну, я... Моё имя Винета Медунецка, я занимаюсь нутрициологией уже 10 лет. Я учусь 8 лет у... Я там не выключила звук, извините. Сейчас я учусь в университете Страдания, это тоже нутрицептику учусь, да, ну, учусь уже много, знаю много, и на латышском читаем лекции, у нас клуб здоровья есть, каждый четверг мы проводим занятия по разным темам, но я хотела вам сегодня просто ознакомить, вот что это такое, это не просто продукты, это не просто вот что-то пить, вот там... что-то делать, это концептуальный подход к организму человека, где соблюдены все физиологические потребности,
И мы просто как бы вот человека, вот эту клеточку человека, мы ставим такие условия хорошие, да, по природным законам, которые потом позволяют человеку стать лучше, красивее, здоровее. Организм сам тогда начинает справляться со всеми своими проблемами, да? Если нам болела голова, голова перестает болеть. Если у нас были уже проблемы с суставами, у нас проходит это как бы проблема постепенно, да? Только вот каждому органу есть свое время обновления. Да, например, человеческая кровь обновляется там за 127 дней. Да? Через 127 дней в крови нет ни одной старой клетки, все уже поменялись. И если мы будем что-то этому организму давать, наша кровь становится лучше и лучше, наша кожа становится лучше и лучше. И тут нужны знания, как формировать эти программы. Да? Это не просто попей то, да, и вот люди пьют многое, а результатов нету, да, потому что нету концептуального подхода, да, а мы, соблюдая этот концептуальный подход, можем человеку помочь намного быстрее и сделать это намного как бы эффективнее, да. Да. Ну, а если в одно предложение, то это системное обновление организма на клеточном уровне с природными веществами. Где? Которая в себе как бы четыре позиции, да, включает первое – это живая вода. Спасибо, Алекс, за комплименты, за хорошие слова. Да, видишь, я стараюсь по-русски говорить, чтобы нас больше понимали вообще, Да. да. Это живая вода, которая проводник всему вообще, что мы пьем, и она как бы разрешает вывести из организма все токсины, все как бы жиры скапливающиеся, все вот яды, которые мы собираем, все бактерии, грибы, там паразиты, то, что вот мы за свою жизнь все это накапливаем, да, вот вода это то вещество, которое позволяет это вывести плохое и хорошее довести до клетки, да, мы улучшаем микроциркуляцию крови, доставляя каждой клеточке то, что ей нужно, и выводя все, что не нужно. Да? И получается тогда очень это все эффективно и правильно. Да? Второе условие или второй пункт, что мы должны... да, вода, если вот про воду, это не просто какая-то вода, вот такая из такой бутылки или из такой бутылки. У нас есть специальная вода, мы ее делаем каждый день. Это вода, которая открывает вот эти кластеры у воды, да, и она живая, биологически доступная, такая вода, какую клетка вообще опознает, организм ее принимает как хорошую воду, и вот эта вода вообще делает уже сама по себе разные чудесные дела. Вот второй пункт, который вот мы делаем, это очищение, да, очищение организма тоже с природными веществами, которые помогают освободить наш организм от лишнего, да. Мы обычно строим так программы, чтобы там было все, чтобы выделительные системы работали, чтобы мы уничтожали паразиты, вирусы, бактерии, чтобы мы это все хорошо, ферменты, чтобы это все хорошо вывести, да. У нас просто огромная коллекция этих природных веществ, да, это коры, это листья, это корни из разных источников природы, да, которая позволяет нам освободиться от всего плохого, то, что накопилось, да. Третий пункт, который нутрициология берет в своем как бы в своей работе, это клеточное питание.
да. Клеточная, многие знаем, что есть, например, там витамины нужно пить, жирные кислоты надо, там омегу пить, да, мы все что-то знаем, да, но концептуально эту матрицу мы не умеем составлять. Да? И иногда человек, если он вот устал, и он знает, надо попить витамины, да, но он не знает, что сначала надо дать воду, очистить этот организм, и вот витамины потом только, да. Вот тут мы тоже, как бы, наша компания или вот эта концепция, она разрешает все сделать правильно. А четвертый шаг, это, конечно, защита, да, мы думаем, чем мы мажем наше лицо, мы пьем антиоксиданты, да, чтобы вот защитить клеточку, да, от свободных радикалов. Мы думаем про то, как мы вообще моем, какими средствами моем посуду, наше белье, чем мы дышим, да, у нас тоже есть коллекция многих продуктов, чтобы мы этот вот свой организм еще защитили, да, у нас еще есть одно такое очень интересное, ну, как бы продукт он называется, да, это нейтроники, которые нейтрализуют электромагнитное поле, которое тоже разрушает нашу клетку, да, мы наклеиваем ее на мобильные телефоны, на компьютеры, чтобы нам не было очень больших проблем, потому что про это не говорят, когда мы покупаем мобильный телефон, но это тоже же разрушает нашу клетку, да, потому очень много есть и головные разные опухоли, да, и другие проблемы, да. Ну вот, вот это то, чем мы занимаемся. Спасибо, спасибо. Да, мы уже много раз делали лайф на латышском языке. Люди много раз спрашивали, может быть, мы можем по-русски сделать, и мы стараемся, да. И как, ну, если какие-то ошибки, то извиняемся сразу, да, но все равно мы только люди есть, и все равно главное есть стараться. Да, сегодня, чтобы и так долго не было, то будем брать эти главные такие вопросы, которые большинство людей, они страдают. От чего? Побольше это есть стресс, да. В принципе, сколько я так смотрю кругом, тогда получается, что каждый второй, да, каждому второму человеку есть какой-то хронический или простой, но все равно какой-то стресс, который разрушает все, да, или примерно там что-то кто-то сказал, или, ну, плохого, или что-то, может быть, неплохого, но он принял как-то плохо, и сразу там руки трясутся, все трясутся, поговорить не может, это есть такой очень-очень большой стресс есть. И какие нам есть очень хорошие продукты на стресс? Да, про нервную систему. Вот когда вот мы говорим про нервную систему, я всегда говорю так, что нервы это вот как бы запускной момент всех болезней, да? Это вот если как бы это как выбить вообще эти страховочные все пункты организма, потому что тогда, когда мы в стрессе, выключается наша иммунная система, а не работают наши ферменты, пищеварение не работает, гормоны не работают, да. И мы, когда составляем, конечно, программу у человека, да, мы всегда ему спрашиваем, есть ли фон стрессовый, да. Иногда человек даже не осознает, что он в стрессе, потому что он уже так привык к этому, да, что ему кажется, что это просто нормальная жизнь, будь такому, да, вообще. И человеку просто надо помочь, задавая вопросы, вот что в его жизни сейчас происходит и так далее, да. Но мы можем эту нервную систему просто классно успокоить.
и ее как бы уравновесить, чтобы у нас с нутриентами мы могли бы помочь. Мы должны эти нервы немножко успокоить человеку, да, чтобы ему организм поддавался как бы обновлению, да. И, ну, как бы один продукт, с которым я очень люблю работать, это грифония. Я не Да. знаю, ты пробовала? Да, я в Понравилось? Грифоне. И я сразу могу сказать, сейчас буду купить еще одну баночку, и очень-очень от одной баночки сразу чувствуется такой каком-то втором неделе, конце, третьей, начале, чувствуется уже, что такой, замечаешь, что ты такой спокойный уже, не берешь эти простые вещи, которые есть, в принципе, простые жизненные вещи, не стрессуешь о них, да, и я сразу заметила, потому что моя нервная система очень-очень была испорченная, и да, могу посоветовать обязательно грифоны, да, грифоны. Есть еще, это тоже, не? Б-витамин, Б-группа, да. Но я немножко пару слов о грифонии расскажу, хорошо? Да. Что она вот делает? Она такой, это растение, и там витамины группы В. Там грифония, она просто помогает стрессовым гормонам превращаться в серотонин. И этот серотонин, который вырабатывается днем, он помогает выработаться ночью мелатонином. Что это значит? Мы днем в хорошем настроении, ночью у нас хороший сон. Да? Но это не происходит, как бы, это не какие-то не антидепрессанты, которые вообще уничтожают нейроны, она просто кормит нервную систему таким способом, что нервная система вот успокаивается, потому что кортизол, адреналин, это просто страшные гормоны. И они, в принципе, если они длительные, они разрушают весь организм. Да? Они могут довести человека до онкологии, да? Лишний вес, там уходят вот все щелочные минералы, начинаются разные вот проблемы с пищеварением, с затрудненным вот каким-то вообще умственным способностям. Человек начинает все забывать, да? Он не помнит, где он положил свои вещи, да? Он все такой растерянный. Да? Если у вас такое есть, вы знаете, вы в стрессе. У вас кортизол, адреналин просто зашкаливает, и надо срочно помогать организму, да? А очень хорошие выводители стресса – это щелочная, биологически доступная вода. И мы берем Coral Mine, да, если есть, Йоланточка, покажи, пожалуйста, Coral Mine и H500. У меня наверх есть. Х500, да. Да, H500. H500. Мы делаем такой теплый большой стакан очень-очень теплой воды и просто выпиваем, потому что этот стресс тоже должен быть выведен. Да? А, конечно, у нас есть такой фитокомплекс очень-очень-очень сильный и крутой, это mindset. Да, это как бы умственные способности, и он днем дает такое нейронам способность думать и решать разные проблемы, да, сонности нету никакой, а ночью он хорошо, как бы, этот вот помогает заснуть и успокоиться и так. Но еще что я хочу сказать. Иногда человек в стрессе просто потому, что он никогда не очищался, да, потому что кишечник – это наш второй мозг и наша третья нервная система. И в кишечнике делается 95% нашего серотонина. Не здесь, не в голове, а именно в кишечнике, который вот тонкий кишечник 12 метров, а толстый 1,5 метра. И там ученые уже вообще доказали уже давно, или ну недавно, недавно, в принципе, они доказали, что в кишечнике происходят вот такие вещи, которые не поддаются никакому контролю вот с
нашего вот этого центра, да, и очень важно, чтобы этот кишечник был чистым, чтобы там все усвоилось, синтезировалось, чтобы там были живые бактерии, потому и после наших очистительных программ человек замечает, что он просто стал спокойнее, его уже не раздражает никакие мелочи жизни, он стал другим человеком, потому что мы ему позволяем как бы сделать правильно, ну, как бы правильную работу кишечника. Да, и уже потом нервы успокаиваются. Есть еще у нас, когда мы очистились, мы можем как бы брать такой продукт, как Противитый. Это просто чудесный продукт, это аминокислоты в чистом виде, да. Если смотреть нейрон, он весь, ну, вот этот, да, нейрон, вот нервная клетка, да, она вся состоит из практически аминокислот. И аминокислоты для нервной системы очень-очень важны, да. Мы тогда обязательно по матрице вот клеточного питания даем аминокислоты, да. Еще у нас продукт, я сейчас покажу, это лецитин. Орал и этитин, те, которые уже начинали программы и знают, что этот продукт уже в программе Coral Detox, но все вот миелиновые оболочки, да, они из фосфолипидов, да, и эти вот лецитин дает нам вообще память, она делается из него тоже вот оболочки клеточных мембран, и без лецитина, ну, в принципе, мы, если посмотреть наш мозг, он весь жирный, там 80% жира, и мы этот жир должны там как бы все время удержать, да, чтобы не страдать маразмом, там, Альцгеймером и так далее. Потому и мы даем в клеточных питаниях и уже, в принципе, в очистительных программах у нас идет или лецитин, или омега. И, конечно, Б-группа вся, да, вот то, что ты, Йоланта, показывала, у нас есть витамины Б-группы, это тоже не очень важно. Также магний, ну вот мы тогда смотрим, да, магний, магнезий тоже для нервной системы очень важный. Так что просто надо смотреть индивидуально, как мы пойдем, какую дорогу, просто вы пишите, тогда Йоланте, она поможет вам составить хорошие программы для вашего финансового тоже, как вы по вашим как бы возможностям, чтобы было эффективно, правильно все, не просто так что-то попила и все. Да, спасибо. Да, в принципе, да, делаем программы, и я на свою голову не делаю, я через Винету, да, потому что она есть профессионал в этом всем. Я как упала здоровье, то я сейчас занимаюсь тоже. Но вы также, да, все продукты есть в магазине, да, вы можете посмотреть в своем языке, как вам удобно. И мы будем, я думаю, стараться по-русски тоже делать эти лайв. И вы можете тоже вопросы задавать, и будем стараться ответить. И Елена уже нам тоже спрашивала, хочу спросить, если есть такой диагноз, как аллергия, что посоветовать? Ну, аллергия – это тоже очень связано с поджелудочной железой и с печенью тоже, да, с работой печени. Потому им у нас уже в Coral Detox есть все как бы продукты, работают для того, чтобы это все разрешить. Там есть энзимы, да, растительные, которые помогают расщеплять все, что мы съедаем. Если это не расщепляется, да, а еще есть лецитин, который помогает очиститься печени. Если у нас нет хорошей желчи, и если у нас нет поджелудочная, не выделяет эти ферменты, да, пищеварительные, тогда у нас тоже аллергия может произойти, потому что через кишечник в кровь всасываются непереработанные молекулы, которые организм просто выбрасывает в виде аллергии. Это все просто решаемо. Мы можем как бы
возбудить и разбудить наши спящие органы, очищая и давая те вещества, которые перерабатывают все, что мы съедаем. Потому что аллергия, вот это мы думаем, что вот из внешних каких-то вот есть источников, да, но обычно там пыль или какие-то там кошкины вот эти, как по-русски, кажется, паомас. Шерсть. Шерсть, да? Не, да. Шерсть. Ну уж кошки, то, что есть, да, у нас тоже есть ну, много. Шерсть, это уже есть, ну как нам в центре есть это спалва, я да. то Ну, я думаю, рано вы все называете. Что я думала, да, а шерсть, а шерсть, видишь, правильно. Спасибо, Сауля. Ну вот, мы думаем, что вот это, но это вот то, что изнутри уже мы как аллергены в организм распознает, это просто как точка на «и», все, это просто последняя капля организма вывести токсины, да, потому что если организм здоровый, работает, например, там печень, кишечник хороший, он все перерабатывает, все очищает, все выводит, да, а если уже накапливается грязь, и еще шерсть пришла, и еще пыль какую-то там задыхал, ну, как бы подышал, да, все, началась аллергия, да. Но аллергию мы тоже решаем постепенно. У меня есть очень много клиентов, которые уже без лекарств живет, уже все у них нормализовалось. Конечно, не в один месяц, там нужно, я думаю, чтобы были такие хорошие результаты полгода, год, да. От много пыли, да, нехватка воздуха. Ну да. Это все надо просто очищаться и как бы делать организм, чтобы он мог справляться с этими с пылью. Да. Но я бы вам советовала как бы начать с Coral Detox, да, и на следующий месяц очищать очень так нормально кишечник. Да, в принципе, сколько я тоже этому уже смотрю глубже, то самый лучший, чем начинать, это есть Coral Detox. Да, свой организм надо почистить от всех токсинов и так далее, потому что мы идем, дышим этим воздухом, да, который везде, машины ездят и так далее, да, токсины везде есть. И иногда кушаем что-то такого, где-то в магазине там общупали руками или что-то, да, кто-то, и везде есть какие-то вирусы, бактерии и так далее. И сколько, да, я смотрю, и если, да, денежками есть проблема и так далее, да, то можно начинать с Coral Mind и как, не знаю, если примерно брать, мне очень помогло Pound Arco, это есть, я не знаю, как будет по-русски. Кора муравьиного дерева. Да, если брать мои эти уколы в голове, да, то я убрала их с Coral Mind, H500, этот Pound Arco и Black Walnut Leaves, и этот. Да, эти, что мне было. Эти продукты, да, я их пила два таблетки два раза в день, и, ну, где-то месяц, да, месяц, и я уже избавилась от этих уколов страшных, которые мне было 2 года. И врачи ничего, только, ну, не знаем, ничего мы не знаем. И так и жила, и мучилась, и ну, я скажу так, что сами эти все, которые натуральные продукты, все есть самые лучшие. И всегда надо что-то попробовать, не то что ждать, когда вам какой-то диагноз скажет и ничего не выписывает, или выписывает какие-то лекарства, антибиотики или что-то, чтобы вам только навредить. Да, в моем случае так и было, да.
Так, нам... У нас есть вопрос, я переведу на русский его, да? Что? Вопрос там по-латышски, но я могу перевести на русском и ответить. А, я еще так далеко. Я здесь... Елена, спасибо большое за... Да, Дайнис Петерсон, Стаспадска с Фербл... Бизнес, Полек, Бизнес, ну... Да. Да, Элита, да, в принципе, есть так, что, да, можем поговорить о как вирусах и эти грибы, да, которые, есть и мне такой вопрос от девчонки, которые есть постоянно от детства уже в желудке вирус, что делать, как его очистить? Она это правильно делает, она сейчас купила Coral Detox. Меня очень радует, девчонки, они заказывали Coral Detox или какие-то продукты, и тогда мне присылает фотографии и скажет, вот, Йоланта, я начинаю пить. И очень рада есть, потому что, ну... Брать и идти что-то незнакомого покупать и пробовать, да, это одно, и ждать какие-то результаты, где вам никто не может посоветовать, да, а здесь очень... Так, да, все. Здесь мы можем посоветовать всякие тоже брать и... Я свои улучшения могу сказать, да, и я не вру, Бог мой свидетель, да, и можем что-то посоветовать, никто ничего там не берет, какие-то там страшные деньги, это все вы сами покупаете, да, я закидывала линк, зарегистрируйте, это простой магазин есть, да, да, можем... как бы оправдаться, что это бизнес, нам не надо, потому что все мы, все люди в жизни, которые вообще состоялись или даже не состоялись, они продают себя, они продают или какую-то услугу, или какие-то продукты, да? Мы продаем услугу вместе с продуктами, но мы несем благо, мы меняем жизнь людей на лучшую, и если кому-то не нравится то, что мы делаем, они могут это просто не покупать, да? Даже да. Простой рабочий, он идет на работу, это его бизнес. В таком смысле, что он продает свое тело, свое здоровье, свое время за эти деньги, которые кто-то ему платит за какие-то вот умения, которые он умеет, да? Так что это... Очень интересно, что люди могут упрекать других за то, что у них есть бизнес. Я вообще это не понимаю. У всех у нас есть какой-то бизнес, какое-то занятие, какое-то дело, которое мы делаем с любовью, да? Ну... Ну, в принципе, я уже знаю, что Дайнис имел в виду, да, но Дайни, я тебе скажу так, вам скажу так, да, я вас вообще-то не знаю. И если вам, да, не нравится, или вы там думаете, что мы здесь не знаем, что делаем, то есть другие лайфы, и можете смотреть там, как девчонки красятся или что-то другого. Но я почему начала этим заниматься? Не то, что как я не иду как бизнесом. У меня есть свой, как я смотрю на будущем, это есть мой FM World. Да, здесь я сама упала с болезнями много, как бы врачи мне уже поставили 3 диагноза, но я им не верю. Я серьезно, я не верю, потому что это я первый раз вообще в жизни заболела, и все кровь, анализ мне есть хорошие. А диагнозы мне поставили, не знаю откуда, да, так что сейчас что я сделала, да, почему я так эти делаю с Винета эти вопросы, чтобы помогать людям, да, есть один брать пойти на Теско или на какую-то аптеку купить какие-то препараты, да, если брать Амвей, да, я выпила Б-группу с витамин и ничего не почувствовала, 2 месяца выпила,
да, и если брать отсюда, да, Coral Mine я уже знаю годами. Я эту воду пью, и я ее буду пить до самой смерти, да, потому что это мне очень дает энергию, и мои результаты тоже есть получше, 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 да. Если мне врачи не может что-то сказать, да, то я делаю вывод, беру продукты, которые есть из натуральных, да, там, ингредиентах, и смотрю, да, что мой организм делает и так далее, да. Я из врачей, которые мне выписали все, да, это все мне было такие эти побочные эффекты, что я уже не хотела жить. То будем выводить эти все такие, ну, точки на «и» поставим, да. Каждый занимается, чем он занимается, но я хочу помочь. Я хочу помочь, и мне не интересует что там дальше, или где этот бизнес там, или маркетинг план, или что-то, да, каждый свое. Вин это идет, она уже есть, как сказать, сертификат есть, да, на этот Нутрициология, да, да, она нутрициология. этим занимается, и это, как сказать, это уже что-то другое, она уже мастер и специалист и так далее. Да, а сколько я вижу, сколько люди мучаются и этими всякими диагнозами, и результата никакого, да. Если кто-то бы сделал какой-то из Амвея там этих продуктов, да, там тоже много витамины, да, сделал бы лайф и что-то помогли людям, да, это было очень хорошо, да, но никто это не делает. То мы делаем свое дело и помогаем людям. Так что каждый думает, нам вообще-то не интересно. Да, У будем нас есть говорить. вопросы еще. Есть, мы не поговорили, а нам Элита ждет после детокса, что ей Ага. потом Год надо. назад, да? Элита, год назад был детокс, да? Не, Был. она сейчас пьет. Что ей делать после следующего месяца, когда она, да, потому что ей есть этот вирус тоже, да, Ага. организм, и есть эти, как лечить этот сеянный Грибок, да. да? Грибок. Ну, я бы составляла такую программу следующую, да? Coral Garlic. Так, гарлик. Две капсулы 2 раза в день, да? Это просто чудо. Это наш чеснок, но там в одной капсуле столько этих вещей исцеляющих, да, сколько в одной головке чеснока. Это просто экстракт, это намного-много сильнее, чем просто мы берем какой-то обычный чеснок или чесночные вот эти капсулы в жире, да. Чеснок 2 по 2, да. Паударко или кора муравьиного дерева. 3 капсулы 2 раза в день после еды, да. Обязательно мы берем ферменты, которые будут расщеплять все, что мы хотим уничтожить, да. Они как санитары в организме работают, и без них, в принципе, я никого не очищаю, не разрешаю практически очищаться, чтобы не было интоксикации, да. Это, например, ассимилятор. У нас есть ферменты такие, да, по одной капсулы три раза в день. И чтобы это все помочь еще вывести, мы можем Лаксмакс дать такой продукт. Две капсулы 2 раза в день. Натощак мы выпьем. И это все вот поможет еще кишечника хорошо, как бы все вот смягчить, все вот массы, которые там накопились, да, и вывести. И суперфлора 4 капсулы на ночь. Да, вот такую программу мы можем следующую пить. Какая третья была?
Суперфлора. Да, это, конечно, все надо делать на фоне живой воды, да, коралловую воду мы делаем, чтобы вот промыть организм, да, и обязательно, когда мы очищаемся, мы не забываем пить воду, да, натощак мы пьем воду, да, чтобы это все выводилось. Да, суперфлора был сколько таблетки? 4 капсулы на ночь. А. Да, потому что живые бактерии нам нужны тоже. Живые бактерии, они антагонисты грибку. Да? Если вот мы знаем, если мы пьем антибиотики, женщины особенно это чувствуют, мужчины тоже жалуются. Да? Если мы пьем антибиотики, мы разрушаем живую флору в кишечнике, которая именно делает нашу иммунные вот эти клетки, делает и серотонин делает, и D-витамин они делают. И как только мы разрушаем живые бактерии, так там начинает жить грибок. Да? И потому мы всегда, если есть грибок, очень дополняем свой как бы рацион с нутриментами, которые содержат бактерии, лакта и бифида. Чтобы они вытеснили вот этот грибок прочь, да, чем хорошее и больше у нас будет живых бактерий там в кишечнике, да, тем меньше будет грибка. Да. Хорошо, но... Балдеж, Дайна, спасибо, Дайна, за хорошие слова. А, да, спасибо, Дань. Да, то... да, я тоже написала, если Элли, ты не успела, то я могу отослать тебе. Да, и Сауля есть моя подруга, она живет в Ирландии, А. да, она литовка. Да, и она тоже пьет воду. И она здесь написала, что у меня нехватка воздуха от много пили. Нехватка воздуха от аллергии, да, но я уже ответила. Да. Много пиль, это как путатели. Да, я поняла. Я уже ответила, что нужно начинать с coral детоксом, а потом мы очистим кишечник, да, Саула? Ты поняла мой ответ? Сауля, тебе надо Coral Detox. Да, вот Саула сказала, супер, все ясно. Ну, вот, значит, ясно, с чем начинать, да? Если стресс есть большой, да, большой-большой стресс, то грифонию можно взять, да? Да, За что Сауля, любит. тебе грифония поможет. Бери, пей постоянно, и будет все в порядке. Я тебе серьезно говорю. Я такие результаты, как я сейчас последние месяцы чувствую, то я только могу посоветовать всем. Придумать, посмотреть. Сейчас много всякие ставлю в группе. Да, моя группа JP by Coral Mind. Да, и там информации, ну, там по-латышски, но мне еще есть тоже литовская группа, да, Coral Mind Naturalius Productus, да, и там тоже есть всякая информация, да. Спасибо, Алиса. Вы молодцы, девчонки, да, Да, молодцы. Алиса спрашивала, почему по-русски, но... Нам много людей спрашивали по-русски тоже сделать, и это все равно пойдет. Вы можете сделать шейр, да, поделиться, да, чтобы люди увидели, и мы будем делать еще, да, и тогда побольше вы сможете нам задавать всякие вопросы, да, и будем решать. Но тоже, если вы не хотите там углубляться, да, вы можете зарегистрировать свой магазин и просто напишите мне, какие вам есть проблемы, да. Но что есть главное, да, что мы все равно, эти вопросы есть много, и один вывод есть такой, что надо начинать очистить организм. Да, это есть этот Coral Detox, да. Кому хватает денежка, да, берите, закажите. Там и внутри есть Coral Mind, да, так что там все есть. Да, но кто хочет попробовать, тогда можете Coral Mind заказывать, да, и начинать постоянно пить. Вы 100% увидите свои изменения, да. Хорошо.
Ну, еще вопросы есть у нас? Или про что мы будем говорить еще? Я очень-очень хотела. Нам есть очень хороший продукт, но скажу сразу, я его начну обязательно в ноябре начну пить. Это наш супер Билурон, да, который, я скажу так, немножко я и потом побольше это все винета. Почему я не знала раньше об этом, да? Потому что мы есть простые люди, да, которые, в принципе, живут, да, работают там, некоторые там все время по 12-14 часов, да, я тоже раньше так работала. И мы умеем испортить организм, здоровье, все полностью, да. Получаем эти денежки на овертайм и так далее, а потом, когда заболели, то надо эти деньги все потратить на свое здоровье. Да, это есть очень плохо, и хорошо было бы, если мы заранее об этом начали думать. Да, я ошибку тоже сделала, но это все можно поправить, и я сейчас это все делаю. И что мне Билурон, мне очень-очень-очень он мне понравилось. И что я сделала? Я везде, везде, в интернете этого, как он, кто этот сделал, этот специалист, Устаси Билурон, Душекс, это германские ученые, они там. Ученый, да, я его 3 раза, да, этот, послушала его, ему тоже, вообще-то, есть очень такой русский язык не совсем хороший, да, но все равно он старается объяснить, и я 3 раза послушала этот видео, и советую всем посмотреть, это очень просто, сейчас YouTube все есть, да, нажимаете там Билурон, да, и можете послушать эти видео, как тоже в моей группе тоже есть. Пока Винета расскажет, то я тогда поставлю и тоже мою группу. Билуроном в ноябре есть еще скидочка, да, если мы зарегистрируемся в магазине, есть 20% скидка на все продукты, да, и есть в ноябре еще Билуроном скидочка. Так что сейчас Билурон можно купить подешевле. И очень-очень советую. Я сейчас тоже вложу денежку, чтобы в конце последней недели купить Билурон и начинать чем быстрее ее пить. Потому что он серьезно. Я своими словами так не расскажу, но Вин это вам расскажет. Но видео еще, если посмотреть, вы поймете, да, почему ее надо начинать. И только 2 раза в год есть курс. Я думаю, каждый может позволить, потому что он есть один только такой в мире. Да, и хорошо, Вин это расскажет нам по этот супер. Да, хорошо. Да, но мы рассказываем, потому что очень у многих людей есть проблемы с суставами, да? Артритами И, тоже. кстати, те люди, у которых есть зигребок, через какое-то время они понимают, что у них уже болят суставы, иногда там коленки, да. А это все потому, что в эту жидкость сладенькую, которая у нас есть, да, в суставах, она сладкая жидкость, там коллаген особенной формы есть, да. И это все очень любят грибы. Они любят все сладкое, потому что если вы боретесь с грибками, то, пожалуйста, ну, как бы просто на минимум исключите разные там сахара, да, это надо понимать. Если мы этот грибок еще очень сильно кормим, и с другой стороны мы хотим его очищать, то эффект он такой, ну, такой есть, но не особенно, да. И этот продукт Билурон,
Его разработали ученые германские, да, они уже через 20 лет они испытания провели, потому что очень трудно гиалуроновую и хондроитиновую молекулу составить так, чтобы она усвоилась в организме. Ну, как понять? Вот, например, если мы хотим улучшить гиалуронкой кожу, да, женщины, они делают уколы, да. Если нам уже там нету сустава, то нам тоже там дают уколы. Но результаты, они, я бы сказала, никакие, да, потому что у меня есть клиенты, которым предлагают только операцию, да. Сменить вообще сустав. Но это безумие. Суставы обновляются так же, как в организме обновляется все. Только нам нужны материалы. Это ясно, что с картошкой, да, и с сосисками новый сустав мы не построим. Нам нужны материалы, да, очень качественные, в особой молекулярной форме, которая действительно пройдет через кишечник, да, и через 48 часов он уже будет в суставе. Этот курс у нас проходит месяц, там такие две бутылки показывала Йоланта, да, это первый такой продукт в мире, который усваивается через кишечник. И это очень-очень важно, чтобы мы просто не выбросили наши деньги в мусорник, да, как обычно мы что-то пьем, но результата никакого нет обычно, да, или там вообще там что-то немножечко, да. Что он делает? Он обновляет. Мы знаем, у нас нет ни один только сустав, ни двое сустава, да, те, которые болят, это у нас не только те есть, у нас вообще есть в организме 280 с чем-то суставов, да, и если мы становимся неподвижными, да, наша жизнь прекращается, и потому мы очень должны позаботиться о своих суставах уже своевременно, уже тогда, когда, может быть, у нас еще пока ничего не болит. Да? Особенно нужен продукт тем людям, которые занимаются спортом. Есть такие подростки, у которых очень они быстро вырастают, да, и у них болят тоже коленки болят, и там спина, сколиоз делается. Вот сколиоз это и вот эти то, что болят у подростков, это тоже нехватка материала для как бы сделание вот этого сустава, да, и нужно и тогда подросткам тоже это давать, да, обязательно. Мы можем ребенку там немножко, но как бы меньше эту дозу давать, но все равно нужно помогать своим суставам, потому что у нас такое время сейчас, что вот питание уже не содержит то, что нам нужно для этого, и сейчас уже очень молодые люди жалуются на то, что у них артриты разные там болят уже или поменяли уже суставы, да, и все так далее. Какой еще эффект от этого продукта? Мы получим не только новые суставы, мы получаем новые даже сосуды, потому что сосуды это тоже соединительная ткань, да. Мы получаем качественнее наши кости, мы получаем, ну, в принципе, вот гиалуронка, она во всем организме. И что понравится особенно девушкам, что мы получаем новую кожу, потому что тут тоже есть гиалуроновая кислота, и мы вроде как обновляем суставы, но обновляется кожа. Да? Мы с этим препаратом, это удивительно просто, мы можем обновить хрусталик глаза, потому что хрусталик глаза, он тоже соединительная ткань, и до туда тоже очень как бы трудно дойти продуктам, да? И люди просто тоже, ну, как бы смотрят или обнаруживают, что у них после этого употребления глазки становятся белее, вот эти, да, хрусталики такие, и становится лучше даже зрение, да. Потому я вообще считаю, что этот продукт недорогой, он дешевый.
Да, это 150 евро за целый месячный курс. И он еще, знаете, какой? Он ортомолекулярный продукт. Что это значит? Он в третьей неделе или к концу третьей недели в организме начинается выработка собственной гиалуроновой кислоты. Так что, когда вы курс кончите, вам начинает, в организме начинается как бы омоложительные, обновительные процессы. И это тоже очень прекрасно, если мы хотим жить долго и счастливо. Ну да, по сравнению, если сравнить, да, вот девушки знают, они делают уколы. Один укол в коже гиалуроновой кислоты, он стоит где-то порядка 100 евро. Но там нужны минимум каких-то там 5-6 процедур. Да? Как минимум курс омоложения для лица женщины, да, он стоит где-то 400-500 евро минимум. Но это только локально, на какое-то время. Суставу-то не попадает, да, это только вот тут. Но Да? А здесь мы за 50 евро, вот сейчас в ноябре он стоит 150 евро, мы обновляем на полгода вот весь суставной материал нашего организма. Я считаю, даже хрусталик глаза. Да вот сколько стоит ваш хрусталик глаза? Как вы думаете? Оцените свой хрусталик глаза, да? Или сколько стоит сустав, сколько он стоит? Но операция стоит нормально, там 10 тысяч больше, да, но что это значит? Это значит, что ваш организм уже разрушен, он уже полностью просто истощенный, да, что процессы происходят неправильные, и тут будет один сустав, потом другой сустав, и потом что, да, поменять все 280, это невозможно это сделать, да. Ну, это неоценимый продукт, очень дешевый, так я бы сказала. да, я думаю, что где-то в декабре уже мы сможем, я договорюсь с девчонками, может быть, какой-то там отзывы, да, потому что в ноябре я знаю, что сейчас уже есть люди, которые уже купили, мне есть тоже надо отослать людям, эти обе есть заказаны, наверху еще один. Да, и я думаю, что в декабре мы сможем уже какой-то тоже дать уже отзыв, как чувствуется и так далее. Да, Сауля, она была когда гостья у меня, да, я ей дала этот Coral Mine, она купила, и сейчас она именно вот пишет, да, у меня все на работе уже болеет вирусом, да, но она пьет Coral Mine, и еще этот осень не болела. Да, это уже А, супер, место. стал. Там Дайнис нам Да. спрашивает что-то для грибок, для вот этого наги. Это как? Как по-русски на? Ногти, ногтями. На ногти, ногти, да. Грибок на ногтях. В принципе, программа для очищения грибка та же, как и внутреннего грибка. Да, мы все равно как бы подготавливаемся, потом очистительная программа идет, да, и очень хорошо взять еще параллельно такой продукт, как масло чайного дерева. И это масло чайного дерева на эту пластиночку каждый вечер, утром вот постоянно мазать, потому что чайное дерево очень не любит грибок, очень не любит, он просто ненавидит. Если вы делаете ванны, можете на ногти просто положить в этом какой-то тазик, да, очень-очень горячую воду налейте, и там высыпайте, например, 4 капсулы коры муравейного дерева, скудру куакамиза или паударко, да, Да. это вот как Ого, одно, это мне да. тоже нового, И да. можете накапать в эту воду Возьмите, еще да. капельки этого чайного дерева. И, в принципе, если очень большое поражение с грибками в организме, да, тогда можно еще этот чайное дерево пить внутри.
Его рекомендуют пить, например, со сметаночкой, ну, такая ложечка сметанки, и там 3-4 капли чайного дерева 2 раза в день, да. Можно еще, я как, мне есть такие рецепты хорошие у моих клиентов, да, что чайное дерево, вот это масло, просто делает на... Язычка наоборот делает на десна, чтобы он всасывался через десна, уже через лимфатическую систему, да, просто несколько раз в день еще вот эти десна обработать с этим, да. Но если даже нет грибка на ногтях, но ножки воняют, да, это первый уже сигнал стопроцентного грибка в организме, да? Даже если не поражены ногти, но ноги воняют, это стопроцентный грибок. Потому что если организм чистый, но ножки не воняют никогда. Даже если вы ходили там весь день, там потели эти ноги, где-то там вы были, да, ножки никогда не должны вонять. Если ножки воняют, надо очищать и грибковые препараты тоже использовать. Так, Элита спрашивает, можно билурон пить с другими продуктами? Да, можно. Да. Да, Так, можно. Сауля, ты меня пугаешь. Я не знала. Сауля пишет, что у меня опухоль в груди не злокачественный. Думаете, помогло бы тоже? Да, помогло бы. Можете купить и снаружи мазать жир эму с чайным деревом. Есть у нас такая мазь очень хорошая. И очищайтесь, да, очень срочно очищайтесь. Скорее всего, там грибок. Но нужно понимать, что если там что-то, какое-то сгущение, там кто-то там живет, да, кто-то там вот уже сделал этот домик, уже сгущение какое-то, или там просто очень много токсинов, да, это тоже, например, так же, как, например, у людей есть такие жировики, да, слышали, что вот просто берешь вот там так вот эту кожу и чувствует человек, что внутри там липомы такие, да, такие сгущения, как бы твердые, да. Плохие вещества, которые он не смог вывести, он сделал просто там такое как бы место, где он сбрасывает это все говно, да, честно сказать. И мне просто, мы были на обучении нутрициологии, там врач нам преподает, там очень умная женщина, она врач, она говорит, если бы вы знали, как воняют эти липомы, когда операцию делать, когда открывать вот это сгущение, да, просто воняет нереально, да. Ну, это просто грязь, да, это просто грязь. И вот эта грязь, это все равно оно где-то как бы сделалось это место, да, просто очищая организм, мы можем постепенно избавиться от таких опухолей или таких домиков, которые вот сделаны. Ну, если там можно что-то выбрать, да, то, может быть, даже лучше выбрать. Но я бы не советовала его пока трогать, да? Просто очищаетесь и наблюдаете, как у вас там пойдет. Может быть, он просто исчезнет, да? У нас просто десятки и сотен просто случаев или примеров, когда просто они куда-то пропало. Очистил организм, и он постепенно избавился от всего этого, то, что мешает. Так что, но главное, не волнуйтесь, да? Ни про что. Да, Сауля, главное без Помогло. лишнего стресса, да, стрессом купишь, знаю, что ты можешь позволить, потому говорю тебе, да, отошлю тебе линк, зарегистрируйся,
Да, и купишь Coral Detox, Эммас этот ойл, да, и Coral Detox, Эмма, и что еще был? Ну, если так, там есть, я бы еще посоветовала уже в первый месяц кору моревинного дерева, да, по две или по три два раза в день. Ну, Да. чтобы уже антибактериальная была такая немножко уже посильнее очистка, да, чтобы, ну, вот. Там Елена Герасимова нам спрашивает, а есть ли межпозвоночная грыжа? Я думаю, что про биалурон там было, да? Да, на, не, Да. я сейчас еще иду по этим. Просто эти вопросы с самого начала никто не писал, а сейчас уже все. Да, она пишет, что сустав активный 1000 € и хрустал 700 до 900 €. Да, хрустал глаза. Да, тогда дальше. Касби из Кудрукокс. 6 дайны, я. Да. Да, Сауля пишет, что от 6-го года. Да, главное, не волнуйся, купишь эти продукты, начнешь, все уйдет, поверь мне, все уйдет тебя, и пойдешь этому доктору и сделаешь сканы, и тебе ничего больше не будет. Так. Но мы обещать ничего не можем. Мы посмотрим, как организм Да. это будет делать. Но в практике у нас очень хорошие результаты, да? Так что надо верить тому, что организм будет все это отдавать, очищать и все. Я думаю, что ей похож организм, как мне, потому что если ей уже так быстро сработала Coral Mine, да, потому что она уже, это есть время, когда люди очень болеют, да, температура, вирусы, осень есть очень жестокий, и всегда все заболевают вирусами, то если она уже, то ей будет похоже, как мне. Мне есть результат сразу, да, от этих продуктов. Я много чего пробовала, я знаю, о чем я говорю, потому я так далеко иду, чтобы посоветовать, сделать лайф, отвечать на вопросы, помогать людям. Потому что я думаю, что это мне надо. Надо, чтобы, ну, если вам ничего не помогает, то попробуйте, да? Вам никто не там не говорят, что вам надо верить нам, ну, попробуйте. Так же, как вы идете в магазин, купите какой-то, прочитаете, купите какой-то витамин, да, который там одного цвета, да, все белые, то здесь вы можете послушать, да, и еще дешевле, да, попробовать эти натуральные все, да, и вам будет результат, да. Да, Елена говорит, спасибо большое. Ну, пожалуйста. Так, ну, Да. что я... Я скажу так, что мне будет много всякие результаты, потому что у меня еще одна проблема есть, что мне доктор сказал, мне есть остеоартрит, да, который есть, мне получился, что принял итальянский врач. Что он сказал? Да, это еще по-латышски тоже не говорили. Что он сказал? Он сказал так, что эти все люди, как литовцы, латыши, да, поляки и так далее, да, они, Англии, которые живет, и Ирландии тоже, да, им очень часто, каждым третьим, можно сказать, да, есть, или он есть спрятан, этот какой-то типа артрит, или, как меня примерно, он уже вылезает, он дает о себе знать. Мне эти жилы там выскачивают, болит, все болит, и я не могу спать и так далее. Я получила этот скан, ну и тоже поговорила этим врачом. И он вот это сказал, что именно вот эти все эти факторы, когда мы дышим все, работаем, дышим, маски не ставим, да, дышим все подряд. Что они там делают, или там работа этими маслами, или что-то, все мы дышим.
нигде Химия, красная химия, химия. да, химия, и все этот воздух, да, очень тяжелый воздух для нас, иностранцев, да, он, англики по-другому это все переносит, да, но он сказал, что вот именно вот такие, как мы, каждый третий, да, это очень хорошо, он сказал, как мне, очень хорошо тебе организм дает сразу знать, а есть очень много людей, которым начинается артрит, какой-то вид артрит, первый, второй степени или какой-то, да, и он не выдает. Людям болит руки, я очень много таких знаю здесь и вообще в Англии, болит руки, свилст. Ну, как бы горит, да? Горит, да, ночью не можно спать и крутит все. Они что делают? Купит какой-то мясо, там, знаю, что-то где-то, что-то рекламирует, помажет, да, какой-то результат, может быть, есть, как бы боль, может быть, снимет. А что он говорит? А люди не понимают о том, что надо идти этот скан делать, потому что вам уже начинается артрит, какой-то степени артрит. Вы ничего не делаете, да, и тоже организм ничего не принимает, да, чтобы артрит примерно лечить, начинать что-то делать, да, и потом уже идет как рейматоидис артрит, да. Рейматоидное, да. Да. Но там, где есть тоже в суставах, там и иммунные клетки живут, да? Да. Каждый сустав устроен так, что есть сустав, и там есть эти лимфоузлы. В лимфоузлах живет наши защитники, которые нам спасают жизнь. Это лимфоциты и вот все эти клетки, которые съедают инфекцию. Если там что-то в суставе болит, там что-то живет. И мы должны очищаться и пить биурон, и все клеточное питание, чтобы восстановить этот сустав, да, вытеснить вот эту инфекцию, убрать из организма и обновить суставы. Да. И это просто все можно сделать, не надо запустить этот процесс, да, если чувствуете, что уже что-то в суставах неправильно, да, что-то уже болит, да, побаливает, да, то надо тоже спрашивать программу, и надо все это решать постепенно. Да. Или начинать и почистить, и потом биурон, или я думаю, что да, если да, уже такой скидка есть, то надо купить, кто да, может да, позволить. Ну, да? Я так говорю, я всем, знаешь, как говорю обычно, если боль терпимая, ну, немножечко там что-то, да, то можно очищаться там, вот, не знаю, 2-3 месяца, да, и потом брать биурон. Но если боль уже такая сильная, но и мне она уже мешает жить, то да, надо брать биурон и параллельно, например, вот пить кору моревинного дерева и ассимилятор, ферменты, да, и воду, конечно, да, чтобы этот процесс шел одновременно и чтобы, ну, чтобы облегчить себе вот эту жизнь, чтобы она же вытесняет вот этот биурон, он вытесняет эту плохую гиалуронку, которая там уже нам не нужна. Он такой интересный продукт для артритов, очень тоже нужен, артрозов разных, ревматоидных артритов. Вот. Да. Да, от меня то 100% будет результат, как я начну пить, но мне уже есть эти боли такие, что я есть на антидепрессантах, потому что я не могу спать, то мне уже я уже ложу денежку, чтобы в ноябре купить, да, и всем советую, я могу советовать, хоть бы я еще не попробовала, потому что я максимально так много информации накрутила на свою голову, что я уже так как уже чувствую, что я уже пью его, потому что да, мне уже все работает, да, плацебо уже работает, да. Это тоже, кстати, очень важно, надо всегда думать, что все происходит уже, да, все, процесс пошел. Да. Это говорит, что пойдет детокс и потом 2 месяца биурон. Но сейчас у него 27 евро скидка, Она да, купит.
Она купит, да, Элита, да? Да. Да, она ноябре, она купит, она уже мне сказала, да. Четвертый день уритью, то скоро ты раз топится, как климат царит. Да, климат UK есть страшный. Элита нам пишет, да, что она чувствует, как у нее очищается организм. Сейчас Да. она только 4 дня пьет живую воду, она уже чувствует очистительные процессы. Нам, да, Айгарс, секс, Айгар, да, будете ждать, да, завтра высылаю и будет, да. Так, Елена спрашивает, из-за проблем с костями и суставами может быть лишний вес? Ну, знаете, вот все процессы в организме, они связаны, да. Например, проблемы с костями или суставами, они вот в прямом смысле лишний вес не может вызвать. Но единственное, если, например, у вас есть уже проблемы с суставами, да, и вы просто не двигаетесь, да, вы очень много спите, там еле ходите, да, это понятно, что уже вот эти проблемы вызывают такую физическую абсолютно инфантильность, да, что вот не может человек двигаться и потратить эту, как бы, энергию. Но, в принципе, проблемы с суставами и лишний вес, они могут быть связаны с одной проблемой и не с другой проблемой, которая в организме. Например, плохая работа печени. Да? Она не выделяет желчь, которая перерабатывает жир, и потом плохие суставы, там не хватает материала, да, инфекция прошла, и, например, накапливается лишний вес, потому что все, что мы съедаем, просто не перерабатывается, да. Или там поджелудочная не работает, да, там тоже могут быть паразиты, да, вирусы могут быть, там стресс может поджелудочную разрушить, но это все можно как бы тоже обновить, да. Например, если у нас какие-то вот бактерии, грибы живут, да, они могут, потому что они живут, они не то, что просто живут, они какают, писают и выделяют страшные токсины в организме, и это может вызвать лишний вес. И то, что грибы живут, они могут съедать вот суставы, да, вот это грибы могут быть, это может быть вот поджелудочная, это может быть вот печень, это может быть почки, не фильтрует уже все, да, и все накапливается, потом лишний вес и нагрузка на кости, опять все плохо, да. Вот нету такого органа, который вот в организме живет сам по себе, вот как хочу, так буду жить. И если он не работает, то других это не касается, да. Это так не бывает в организме. Каждая клетка каждого органа, она связана со всем. Вот, например, кишечник, полярная, вот как бы, вот прямая связь, дыхательная система. Если грязный кишечник, всегда будет насморки, кашли, вот все, вот тут будет все выходить, набухать, там мандали, там туда-сюда, разные бронхолегочные, там проблемы будут всегда, да, кишечник. Потом, ну, все органы, например, в печень, она вот каждую минуту, да, она просто в ней происходит 650 разных химических вообще реакций. Это просто химическая лаборатория, которая, например, есть, может, как бы есть связь на весь организм, на каждую систему, на каждый процесс, да. Потому и так сказать, что там, кто там было сначала, кто потом, мы не можем, но мы можем жить правильно, можем правильно, ну, подойти к организму и сделать то, что мы делали тысячами лет назад. Очищаться, жить живую, пить живую воду и дать клеточное питание. И организм сам просто избавится постепенно от всех проблем. Да, нам Елена еще добавила, что у меня гипертония, артрит, позвоночная грыжа. Это все связано в организме, да. А Елена, у тебя уже, ну, есть клиент, Йоланта?
Ты знаешь, Елена? Не Она знаешь? мне сейчас только сегодня она только дала о себе знать. Она. А, ясненько. Тогда вам предстоит познакомиться, да? Это эти все проблемы вот могут быть связаны, да? Вы просто начнете, я думаю, скоро детоксом, потом очищаться и гипертония, вот артрит, позвоночная грыжа, это все вам постепенно от организма просто уйдет. А, Элита говорит, что это ее девушка. Очень хорошо. Тогда Элита пусть регистрирует, да, свою девочку, дает ей номерочек, и Йоланта поможет тогда составить программу, да? Элита уже мне все всегда спрашивает и Да. очень и тоже как сейчас тоже пишет, что она очень много тоже читает информацию, да, и готова пить биалурон, и она уже скинула вес и хочет как по-русски будет? Да, она хочет, чтобы ей кожа улучшала узловую отставку. Да, Элита, вы на правильном пути, все постепенно будет. Да, Сауля тоже пишет, спасибо большое. Поняла все, да, Сауля, так что вперед только, да. Ну, супер, ну, я не знаю, я думаю, мы так в основном уже пробежались про вопросы мои, да, я думаю, что мы просто уже вы пишите, те, которые уже будет потом смотреть эту, да, прямой эфир, они просто уже будут знать, что мы тут говорили, и уже, я думаю, уже сами спросить что-то или по Йоланте напишет, хорошо? Да. Йоланточка, как ты думаешь? Да. Я думаю, что можем, да, уже мне есть 1:20. Мы оставим интригу, оставим этот лайв, пусть вот все сначала, которые присоединятся, аж пусть они сначала смотрят, и потом нам все пишет тебе, да, и мы тогда уже следующей передаче ответим на то, что уже, может быть, новые вопросы будут и... Да, можете обязательно писать и можете ждать. Опять буду ставить рекламу, да. Можете следить за моими новостями, да. Нажимайте там, как будет там секвот, как есть. Follow Следите, да. Можно нажать кнопочку «Следить», да, и да, зарегистрировать свой магазин, и тогда уже другое дело будет, да. Этой стороне вы можете поставить свой язык, да, страна, язык, и потом, когда вы покупаете, да, тогда поменяйте страну, в каком вы живете, да, который, и делайте свой заказ, да. Мы будем стараться вам дать эти все новости, да, будем тоже брать, и я буду результатами делиться, да, потому что есть что и помогает, это главное, да. И да, и будем опять, можете тоже месседж писать, да, и задавать вопросы, но сколько вы уже слышали, то самое главное, что надо первый, да, очищать, да, организм, начинать с coral detox. Если вы хотите, готовы есть что-то еще, дополнительно еще купить, да, то можете писать, да, посоветоваться, спрашивать программу, да, все сделаем. И в ноябре, да, можем биалурон, да, купить и потом уже, да, и начинать пить, да, потому что здоровье, серьезно, здоровье есть это самый-самый важный, который может быть. Я уже как бы знала всегда, но у меня всегда тоже проблемы есть, что... Ай, ну я же не болею, да, не болею-то не болею, а когда заболела, тогда уже... А что сейчас? Что сейчас делать? Да. Ну хорошо, хорошо. Что нам Вин это последние главные слова?
нашими зрителями. Но главное, как бы, не сдаваться и не верить никаким диагнозам, никаким там программам, что мы должны стареть, что мы должны болеть, что все уже поздно. Никогда это не надо слушать. Все проблемы организм может разрешить, пока он живой. Мы можем все менять, изменить свое качество жизни. Надо просто знать, как. И получая эту информацию, просто надо делать. И все. Если вы этому верите, если вы это услышали, то просто надо делать. Да. Ну, Спасибо, спасибо. Иоланта, тебе это супер. Ты вообще такой молодец. По всему миру идешь как такой факел вообще такого знаний и проводник этой информации. Молодец, спасибо тебе за твою смелость. Ты молодец такая. Спасибо. Главное, хочется, чтобы побольше эти люди поняли, да, так как тоже я сейчас поняла, да, и найти свои продукты, да, и, как сказать, что-то, если мы другие пробуем, то можем попробовать этот, и можно сравнивать, да, и здесь, ну, как сказать, да, хочется помогать и хочется, чтобы люди услышали и попробовали, да, и, может быть, и можно решить их проблемы, самые долгие проблемы, которые, может быть, они там годами, да, лечатся и мучаются. Хочется, чтобы они попробовали, может быть, мы можем помочь как-то, да, советом, да, и, ну, остальное уже это... Природа сама сделает. Мы просто Да. будем давать инструменты, а организм пусть помогает вам самим, да? Да. Ну ладно, спасибо всем, что вы смотрели, да? До Да. следующего раза. До следующего раза. Хорошо. Хорошего вечера всем. Пока. Пока!